Поощрение одаренных детей муниципальными стипендиями – событие ежегодное и запоминающееся. В этом году денежными премиями отмечены 19 лучших школьников, 5 спортсменов и еще 7 воспитанников учреждений культуры. Эти ребята в течение года показывали высокие достижения и прославляли Котлас на региональных, всероссийских и международных уровнях. Мы гордимся вами, ребята. Вы своим трудолюбием, терпением, любознательностью достигли тех высот, которые будут сегодня отмечены. И когда вы отстаиваете не только честь себя, своей школы, но также и нашего города, мы говорим вам за это большое спасибо. Особую благодарность глава города выразил родителям, педагогам и тренерам. Благодаря их вниманию и кропотливому труду ребята смогли достигнуть успехов и сегодня стали стипендиатами муниципальной премии. Кристина у нас является отличницей, она учится на пятерке в школе и в музыкальной школе тоже. Участвует в олимпиадах, занимает призовые места, хорошо поет, тоже является победителем международных конкурсов по вокалу. Я уже ездил на всероссийские олимпиады по математике и информатике. Ну, мои ощущения сейчас, в принципе, не в первый раз, но я доволен своими достижениями. Я старался, мне помогали учитель, мои родители, и вот я добился этого успеха. И ученикам у моей школы похвастаюсь, может, потом тоже так захотят к этому стремиться. Список ребят, достигших особых успехов в образовании, культуре и спорте, обычно формируется в конце года. Чтобы претендовать на стипендию главы, ребятам необходимо успешно учиться, побеждать на олимпиадах, защищать честь школы на спортивных соревнованиях, а еще проявлять активную жизненную позицию, иметь авторитет у педагогов и сверстников. Thank you.